Всем привет, это Анна Котова и обзор к сериалу «Вишневый сезон». Ничего личного, только мои впечатления. Ну, вообще-то, начала смотреть из-за красавчика турецкого Серкана Чаоглу. Играет главного героя Аяза. Молоденький, свеженький, знает, как держаться в камере. Все-таки профессиональная модель со стажем. Дал легкого огонька вяло текущему развитию отношений главной пары сериала. Я бы сказала, в начале пути актерской карьеры. Хотя под конец сериала пошли более живые эмоции. И это правда. Özge Gürel играет Öykü. Вообще очень известная актриса в Турции и любимица. Но я увидела в ней не скромницу по отведенной ей роли, а очень неуверенную в себе девушку. Красота и образ на любителя, так же как и фигура. Все-таки оцениваем картинку в целом, тем более на фоне Серкана Чаоглу. Думаю, что сериал смотрела из-за: первое, красота и молодость Серкана, второе, красивый саундтрек, и третье, ожидание второго поцелуя. А когда узнала, что есть постельная сцена, дождалась ее. Второстепенные персонажи не запомнили сильно, хотя для такой пары, как Серкан и Özge, самое то, иначе бы перетащили внимание на себя. Скучновато и нудновато. Могу одно сказать, Серкан и Özge не актеры комедии. Драма, романтика, maybe-maybe. Не уверен, главная проблема этих актеров. Единственное, что хорошо давалось, так это напор Серкана на Özge. Может, потому что по-настоящему, так как пара после этого сериала и по сегодняшний 2019 год встречаются официально. В общем, нотки волнения и ожидания были. Поэтому ставлю 5 из 10 за то, что любовь победила и молодость Серкана. Ну все, пока-пока.